этом видео мы покажем простую и надежную якорную систему для надувной лодки. Итак, прежде всего нам нужен якорь, в данном случае это популярный складной якорь «Кошка» весом 4 кг. Чтобы якорь не перекручивал веревку и она не спутывалась в узлы, устанавливаем вертлюг, он позволит якорю свободно вращаться. Чтобы якорь лучше держал, добавляем к нему метр цепи, это существенно улучшит его работу на любом грунте. Якорный фал желательно иметь с хорошим запасом длины, потому что чем больше вытравлено веревки, тем лучше держит якорь. Специально для вас мы сняли работу якоря на песчаном грунте. В первом случае якорь работает без цепи и хорошо видно, что якорный фал приподнимает веретено и якорь начинает скользить по грунту. Во втором случае мы добавили к тому же якорю метр цепи. Теперь цепь своей тяжестью прижимает веретено ко дну и якорь отлично забирает грунт. Здесь это прекрасно видно. На ваших экранах полностью рабочая якорная система. Это якорь, вертлюг из нержавейки с открытой скобой, 1 метр нержавеющей цепи со звеном 6 мм и страховочная петля, к которой крепится якорь. Страховка выполнена двумя нейлоновыми хомутами. В случае, если происходит глубокий зацеп якоря, хомуты лопаются и якорь выдергивается лапами вверх. Толщина и количество хомутов подбираются индивидуально, потому что некоторые рвутся очень легко, а другие совсем наоборот. Надеемся, это видео было вам полезно. Подписывайтесь на наш канал и следите за новыми выпусками.